Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители моего канала. Сегодня у нас в работе блок управления подушками безопасности Land Rover Discovery 4. Вот такой вот блочок. Был удар. В блок записался краш. В блоке стоит процессор 9S12 DG128. Сейчас мы разберем его и будем читать и сбрасывать краш. Здесь все сидит на резинках, очень плотно. Подцепляем аккуратно отверточкой, вот, чтобы достать крышку. Вот, видите, как резиночка здесь уплотнительная. Поэтому она туда присасывается, так сказать. Значит, здесь у нас на герметике все стоит. Нам нужно вот это все прогреть, и только тогда можно спокойно отрывать вниз вот этот штекер. Давайте сейчас прогреем феном и будем это дело все вытаскивать. Так, когда мы все прогрели, берем и тянем вверх. Вот она, плата вся у нас осталась в руках. Находим здесь наш процессор. Он, естественно, перемаркирован, как и все микросхемы на Land Rover. Вот, 9S12 стоит. Вы видите, какая надпись? Маска 1L59W. То есть вот именно по этой маске мы его и будем читать, как 9S12. Чтобы не поднимать резет, нам нужно отпаять вот эту вот деталюшку. Вот она у нас в руках. Пока оставляем ее здесь. Вот деталюшку мы отпаяли, и теперь нам ножку на процессоре RSET поднимать не надо. То есть мы здесь его подключили. Читать будем УПА-NEW. Вот такой вот УПОЙ подключаемся. И давайте пробовать считывать этот процессор. Открываем УПА. Выбираем 9S12 DG128, вот наш процессор, и нажимаем чтение read. Все, вот так быстро УПА прочитала этот процессор. Вот наши данные. Сохраняем его в файл на рабочий стол. Ну, подпишу пока вот так. Сохранили. Так, давайте откроем наши файлы и посмотрим, где содержится краш в этом блоке. Так, вот начинается отсюда FF-ами пошло и почти до самого конца. Сейчас также будем находить это все в нашем файле. Давайте с помощью Orange откроем его. 2 килобайта он весит. Вот он. Так, давайте смотреть, на каком адресе нам надо ставить F-ки. Так, вот у нас адрес идет. Строка 110, адрес 115, где 0.1 стоит. Так, вот сотка, 110, 115. Вот это вот наш адрес. То есть нам вот это все надо доделать FF-ами. Выделяем. Нажимаем заполнить и вводим FF, нас интересует. Окей. Вот мы сейчас заполнили эту область FF-ами. В точности так же, как у нас сделан предыдущий файл. Вот он. Видите, заполнено 115. И дальше идем все FF-ами, 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 FF-ами до нижней строки. Давайте смотрим, где у нас остальные
FF ставить куда нам? Так, вот. Вот эти области все должны быть в FF. Также выделяем. Выделяем вот с этой строки. И вот по сих пор. Там, по-моему, уже дальше ничего нету. Все так же нажимаем заполнить FF. Окей. И вот получился наш файл. Пишем уже clear. И вот что у нас получилось. Открываем наш файл Discovery Clear и Crash открываем. И смотрим разницу. Вот. Все начинается со 115 строки и идет дальше вниз, вниз и все. Вот так вот стирается Crash на этом блоке. Теперь мы опять открываем UQ. Этот файл нам не нужен. Crash. Открываем наш файл clear. Вот он. Так, открылся. Вот видим здесь еще пусто. Выбираем DG128. Вот она. И выбран EEPROM уже. И нажимаем Program. Все, файл мы записали. Давайте сделаем верификацию. Верификация прошла успешно. Все, теперь можно все отсоединять и собирать блок. После программирования не забываем деталюшку заправить на место. Это важно, без нее работать не будет. Теперь отсоединяем наш штекер и отпаиваем проводочки. Вот таким вот образом. И собираем блок. Все, блок мы закрутили. Сегодня мы с вами делали блок управления подушками безопасности Land Rover Discovery 4. Убирали краш. Работа выполнена, выполнена успешно. Всем всего самого наилучшего. Много хороших клиентов, много интересной работы. А самое главное, крепкого здоровья.